Эпидемиологи бьют тревогу. За неделю вирус гриппа охватил четверть регионов страны. Во многих эпидемиологический порог превысил допустимые значения, но в целом пока еще ситуация не вышла из-под контроля. О том, какая ситуация с ОРВИ в Республике Татарстан, нам рассказали в университетской клинике Казанского федерального университета. Небольшой рост ОРВИ идет, конечно, рост есть. В основном это подверженные заболеваемости группы риска, так называемая. Сюда входят студенты, медработники, работники образования, то есть те люди, которые по своей роду деятельности встречаются с большими группами населения. Но эпидемия гриппа еще не начинается, она начинается резко. На то она и эпидемия, что случается в 3 дня. Напомним, что осенью 2018 года в университетской клинике Казанского федерального университета была проведена вакцинация от вируса гриппа. Ежегодная вакцинация разрабатывается каждый раз специально с учетом активности штаммов в предыдущие годы и появления новых версий возбудителя заболевания. Однако это не значит, что привитый не может заболеть. Он перенесет болезнь в легкой или средней форме. Прививка от гриппа отличается от других профилактических прививок. Во-первых, ее делают по эпидемическим показаниям, когда перед эпидсезоном. И она направлена на то, чтобы снизить заболеваемость и не дать развиться тяжелым случаям и осложнениям от гриппа. В целях защиты от вируса рекомендуется сократить посещение мест массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками, мыть руки, держать в чистоте свои гаджеты. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.